Eu tenho só desarim. Это был большого разгона или как? Ну как бы нельзя останавливать, а разгон все равно. Ага, а хрен. Не копай, чуть-чуть скорость. Все, прямо отсюда, Славик, не надо было. Чуть быстрее. Опа. Нифига. Слава, обойди меня. Не копай, не копай, чуть-чуть скорость возьму. Все, прямо отсюда, Славик, не надо больше. Чуть-чуть быстрее. Слава, обойди меня! Слав, ты ударился? Да он не зацепился. Испугался? Боже, вся поцарапана от этих репьев. Ну, вся машина. Вниз? Да не продранная. Ну, так и наша тоже. Мы брали в очередной раз. И вон за полгода уже сколько. Для того и брали. Все равно жалко. Ну, мы теперь как бы ее продавать теперь долго не будем. Опа, тоже. Стоп. Камень там уберите, девчонки. Я там крюк или что? Это крюком штраф. Он бампером цепляет. Бампером задним. Не, не надо, не надо больше. Давай, чуть-чуть добавь больше. Не постарайся, а то не Гарик, если бы больше бы пошел бы скорость, хорошо. Попробуй еще, нет, так нет. Осторожно. У тебя видишь, ни удара, ничего нету, все гладко заходит. 5-4 на 4 включено, все. Классно, молодцы, прошли. Еще много есть. Еть.
странно, почему он... Уже он поднялся выше, чем был. Из-за колес. Пробуксовый. Пробуй сейчас ручейком. За машину стоять нельзя, так и в лоб могут полить. Значит так, что только двое не снимешь. Он сейчас раскопает горку и въедет. Гарик, возьми чуть-чуть в ту сторону. Ну, конечно. Колеса чуть-чуть туда. Там сейчас раскапывают, может быть, туда. Хотя, там дальше камень, да? Все, выехал.